понял. А это преступление против государственного строя, между прочим. И за него полагается на куски разрывать. Пусть свою деревню убирается, да и все. Федор, Варвара. Я завтра приду. Куда ты придешь, сопля? Варвара, Федор. Даже и не старайся, я вообще к задней калитке в саду не подойду целый месяц. Федор, Варвара. Я утром приду. Ладно. Я тебя все равно ненавижу. Так что лучше не приходи. Да что у вас происходит? Федор. Молодой человек, вообще-то это будущая жена очень богатого принца. Принца, а не деревенского библиотекаря. Варвара. А ты завтра на бал едем. Умойся. Не поеду я никуда. Отец приказал, поедешь. Не поеду. Варвара, ну он же простой человек. А у принца 8 боевых кораблей. Ну ты же хотела военный поход устроить. Вот и устроите. Я сказала, не поеду. Да я тебе башни закрою. На репе и воде будешь месяц сидеть. Давай, попробуй. Федор наконец-то решился на признание. Ваше Величество, я люблю вашу дочь и прошу ее руки. Все оцепенели. Варвара опустила голову. Кощей трепет ухо. Мокну я, видимо. Повтори-ка еще раз, молодой человек. Можете снова бросить меня в темницу, пожалуйста. Да я вас обоих в темницу! Сейчас же, на 100 лет! Кощей забирается с ногами на трон, намереваясь устроить большой гнев. Но вдруг хватается за поясницу и, постановая, садится обратно на трон. Да ну вас! Заботишься, стараешься. Надоедаешь, ночей не спишь, а они... Ну вас всех! Кутается в мантию. Папа! Ну, пап, ну прости. Я больше не буду. Что ты не будешь? Ну, это... влюбляться. Не подлизывайся. Я не забуду, что из-за тебя мы потеряли богатство. 8 кораблей. Ну, прости. Убирайте все у вас глаз моих. Варвара и Федор торопливо уходят. Ваша мрачность! Ну что, ваша мрачность? А что я с ними сделаю? Ну не на куски же их разрывать. Как-нибудь без принца проживем. Антон промокает глаза платочком. Какая красивая пара, какая красивая! Кощей сморкается в мантию, кивает. Оба плачут от счастья. Картина 8. Сад. Варвара и Федор сидят на лавочке. Федор громко читает Варваре вслух. Творить добро легко и приятно. Повторяет еще раз. Творить добро легко и приятно. Теперь ты поняла, а? Я все поняла, Федя. Отбирает у него книгу. А я снова стихи написала. Не могу остановиться. Стихи о добре? Ну, конечно. Слушай, облака плывут по небу. Вот какая красотища. А внизу так много снега. И под ним... Пауза. Цветы. Фиалочки. Какие цветы? Не в рифму же. Задумалась. Вот. Облака плывут по небу, вот какая красотища, а внизу так много снега, и под ним рекой кровища. Стихи о поле крови. Варвара. Не нравится? Федор прижимает руку к колбу, вновь потерпел педагогический крах. Придумай мне рифму к слову «псы преисподней». Пауза. Федя. Голос Кощея. Где ты, мерзавка, Варвара? Выходи сейчас же. Ваше Высочество и Его Величество требуют, чтобы вы сию же минуту предстали перед его очами. Ну все, папенька узнал, что я из его бархатную мантию на платье изрезала. Скажи, что ты меня не видел. Варвара. Появляется Кощей Антон. Вон она! Ну я ей задам. Кощей Антон убегают за Варварой. Постойте, телесные наказания недопустимы. Федор бежит за ними.